Приветствую всех друзей. Как вы уже поняли, ходил я в пятерочку. Это был незапланированный поход, поэтому карту я с собой не взяла, к сожалению, и скидку по карте мне дополнительную не сделали. Но я вам хочу сказать, что сейчас там проходят безумные какие-то акции, и практически все товары, которые я сегодня приобрела, были со скидкой. А цены я все подпишу под на видео внизу экрана. И давайте начнем. Сначала я взяла вот такое печенье. Оно было в белой глазури и в черной глазури. Мне приглянулось именно такое. Оно покрыто шоколадом снизу и сверху вот такая волна. Цены будут прямо на видео. Дальше взяла мое любимое имбирное печенье. Оно тоже было со скидкой. Правда, упаковочка маленькая, но мне оно очень нравится. С чаем, особенно когда болеешь. Так, следующие были вот такие хлебцы. Мне нравятся такие хлебцы, ну, например, с чаем. Или можно, в принципе, на них и какую-то легкую закуску для завтрака использовать. Тоже стоили недорого и тоже на них скидка. Так, дальше. Не очень полезная еда, точнее даже не еда. Взяла вот такой тортик, мой любимый трюфельный. На него тоже была скидка и довольно приличная, около 50%. Может быть, даже больше. Так, взяла вот такие вот орешки со вкусом сыра и барбекю. Уже пробовала такие со вкусом чили и копченой колбаски. Очень они вкусные, можно использовать в виде перекуса, но не злоупотреблять. Вот, тоже на них была скидка. Дальше опять соблазнилась, взяла мажитель. Цена стояла на ананас и манго, и арбуз и дыня. Но арбуз и дыня разобрали, а этих стояло только две бутылки, на него тоже скидка. Так, взяла для Алиски вот такая вот вкусняшка. Две штучки взяла, на них тоже скидка. И последний товар со скидкой. Вот такие вот палочки. Это сейчас популярно. К сожалению, в фикс-прайсе у нас таких нету. Вот я увидела их в пятерочке. И шли они 3 по цене 2. Тоже со скидкой. Хочу сказать, кстати, несмотря на скидки, если у вас есть клубная карта пятерочки, то помимо скидки по акции, вы еще можете получить дополнительную скидку по карте. Так что имейте в виду. И также купила без акции уже, ну, вот этот Fish House тунец. Это, я думаю, что все знают. И появился какой-то новый тунец, морской котик, дорогой для меня, но решила взять попробовать. Эту фирму я никогда не пробовала. Эту пробовала, не самое лучшее для меня. Если интересно мнение, например, сравнение разных тунцов, какой мне нравится, какой не нравится, может быть, в пустых баночках, кстати, кто интересуется правильным питанием, он без масла, натуральный, в собственном соку. Вот, в общем, вот этот уже пробовала, не самый лучший, вот этот взяла на пробу. Так. Также взяла мыло, вот такое вот, с маракуйей.
А, нет, с папайей и чем-то еще. С экстрактом папайи, в общем. Ну, пахнет прикольно. Посмотрим, как оно в деле. Такое вот мыльце. Собственно, заглянула я в Пятерочку посмотреть соевый соус, но соевых соусов как ветром сдуло. Одна химия, и я взяла бальзамический впервые в жизни, вроде бы натуральный состав. Посмотрю, понравится или нет. Кстати, скоро у меня появится рецептик ПП роллов на завтрак. И там я буду использовать этот соус, так что не пропустите, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать обновления на канале и тем самым не пропускать новых видео с рецептами. Вот, так что ждите. Буду пробовать этот соус. Уксус. Так, и последнее, что я брала зелень. Собственно, лук тоже для рулетиков. К сожалению, просто в пакете не было. Было только в подложке. И он уже начал портиться. Так что я его сейчас порежу и уберу в заморозку. Так, пардон, друзья. Совсем забыла. Была еще вот такая вот покупка. Это я купила для мамы. Буду делать ей лазанью. Вот. И, собственно, искала именно вот такие вот большие листы. Они здесь видны. И, по-моему, она тоже была по акции. Может быть и нет. Точно не помню уже. Подпишу на видео. Вот. И, собственно, все. И это была моя последняя покупка. Крупная. Вот и все. И еще в качестве подарка мне дали вот такой вот ластик тролль. Давайте его распакуем вместе. По-моему, за 555 рублей в чеке вы получаете такой ластик. Так, такой у меня уже есть. Я не то чтобы их собираю, но у меня уже их достаточно много. И есть любимчики. Вот такой маленький тролльчик. Такие были у меня покупки и вот такой маленький подарочек. Увидимся в новых видео. Подписывайтесь, ставьте пальчики вверх, оставляйте комментарии и пока-пока!